Оль, ты у меня в кадре. Привет всем. Сейчас покажу вам, как вот этот большой паром отплывает. Мы, значит, сидим, чай пьем с чипсами и с медом. А вот тут вот, короче, залив. На севере такому вот такой заливчик есть. И вот там собираются машины, которым надо ехать на остров. Они заезжают вот по этому зеленому сюда. И вот он сейчас даст газ. Сейчас он сначала моторы те работают. И он ее лодку, это паром держит к этому, как он называется, я не знаю, причалу или как это называется. Ну, в общем, короче, там ее цепями, это веревками завязывают работники. Машины съехали. А, сначала люди вышли. Потом машины съехали. Потом люди зашли, потом машины заехали, сколько поместились. Кто не поместились, там еще он в рядах остались. Я вижу два ряда. Кстати, тут гору видать. Вон, гора Рейнир. Снежный еще. Мы были там вот где-то. Тоже на горах. Так, смотрите. Тот мотор остановился. Там больше нету завихрений водяных. Пошли завихрения здесь. И паром тронулся. Тронулся. Дает газу. Вон люди там стоят, смотрят. Чидзимока, что ли, называется. Не знаю как. Чидзимока. И, короче, поплыла. А плывет он на тот остров. Этот остров называется Вашен Айленд. У него есть свои, значит, история. И чем она знаменита? Это тем, что вот на этом айленде жили люди, всех меньше вакцинированные вообще во всей Америке. На душу населения всех меньше вакцинированные. У них было свое радио, и они там по радио что-то говорили. Люди не вакцинировались. Но это было где-то, может быть, лет 10 назад. Теперь все это дело там поменяли. Там была специальная программа, в школах обучали детей там или еще что-то какие-то были. Но, в общем, это теперь уже не актуально. Вот. Паромчик туда, вон машины, видите, снизу машины. Сверху люди. О, кто-то катается. Ох, как быстро, смотри. Вот это да. Вот это ресторанчик. Мы когда-то там были. Там дают рыбные блюда в основном. Называется Антонис. Ресторан, там дают рыбные блюда. Мы были там с Олей. Но там что-то у них какой-то вот такой вот, как купол. И чтобы говорить друг с другом, надо наклоняться. Через столик не слыхать. Поэтому нам не очень там понравилось. Ну, сегодня люди, смотрите, на улице много. Вот, вот тут вот, а то я... Вот, паром уже, видите, может быть, одну пятую часть уже отплыл. Кстати, тут можно на этом пароме, не обязательно можно переплавляться туда. Покупаешь билетик. Вот там продается билетик. Вот в этом домике, который на столбах стоит. О, вот тут вот. Билетик покупаешь и плывешь туда и обратно. Хочешь там наверху, хочешь внутри. Наверху сидишь и смотришь. Очень, кстати, хорошо. Когда погода вот такая, как сейчас, то плывешь туда. А обратно не надо платить ни машинам, ни людям. Только, короче, платишь в одну сторону. Там вот Растон Вэй люди ходят, гуляют. Паркуют машины и гуляют. Мы когда-то вот на том мостике были, оттуда шли. Вот самолеты летают, видишь? Делают cloud seeding, так называемый. О, этот наш друг опять летит, смотрите как. О,
О, во, вот дает, вот дает, вот дает. Смотри, что. Чуть в эту не врезался. Да, когда поближе сюда, то нельзя так быстро плыть. Вот. Там горы. Олимпик, горы уже. Ну, вот здесь так красиво здесь. Вот моя красавица. Привет. Вот такой у нас здесь вид. Сейчас себе тоже еще налью чая. Возьму немножечко медика и чайком запивать. Красота. Ну, всем пока.